Бодибилдинг – это дисциплина в первую очередь. Это монотонная работа, одни и те же вещи каждый день. И результат получается только тогда, когда система работает. То есть последовательность одного шага за другим, четкое соблюдение инструкций. Как говорят в профессиональном кругу, если ты упустил один прием пищи за последние 12 недель, тогда бодибилдинг – это не то, чем тебе стоит заниматься. Двенадцать дней до турнира Прага Про я буду соревноваться в открытой категории. Так мы решили с моим диетологом Крисом Ацета. Он главный в нашей команде. Мы работаем с ним уже 2 года. Я полностью доверяю и ему, и в принципе, ну, это то, почему я к нему обратился. Для того, чтобы он помогал мне принимать подобные решения. Первый старт мы сделаем в открытой категории 29 октября. И 4 ноября мы будем делать вес для категории 212 фунтов, то есть 96 килограмм на турнире Европа Про Шоу. План наш нехитрый. На этом турнире, где мне нужно будет делать вес, регистрация в пятницу, а сами соревнования в воскресенье. То есть у нас будет время для того, чтобы восстановиться после того, как я ужмусь для регистрации на соревнования. Очень много работы остается за кадром. И я сейчас говорю про Криса Ацета. Каждый день мы на связи, мой день начинается с отчета для Криса. Я присылаю ему фотографии, присылаю ему вес. И каждый день он мне высылает инструкции на следующий день. Так это работает. Никаких шаблонов, только по факту. Только от того отталкиваемся, что видим сегодня. Форма меняется каждый день, тело мое меняется очень быстро, поэтому приходится действовать именно так. Если на прошлой подготовке я высылал отчеты Крису где-то раз в 2 дня, иногда в 3, то сейчас это каждый день, последние 10 недель. Лайфхак, когда овсянки немного, добавляю побольше воды, она разваривается, становится больше в объеме, и кушаю маленькой ложкой. Ем сейчас достаточно много соли, это помогает сохранить наполненность в мышцах. Особенно это актуально тогда, когда в рационе мало углеводов. Это я называю доброе утреце. Бейгли нужно быстро съесть, иначе они могут подсохнуть и потерять свою пышность. Это очень такой деликатный момент. Мандариновое варенье, мое любимое. Сегодня понедельник, в субботу и воскресенье, это 2 дня выходных. В моем рационе было всего лишь 50 грамм овсянки на завтрак. Все остальное белки, жиров было тоже минимум. И сегодня перед тренировкой Крис сказал, что мне нужно добавить углеводов, так как это первый прием пищи и первая тренировка уже через час. Нужно что-то такое, что сможет дать мне энергию быстро.
Это было очень вкусно. И теперь можно идти и тренировать спину. Сейчас вырос. Не важно, было новый тренажер. Че будешь? Хатблат очень хорошо задерживает воду в мышцах. Это то, что мне сейчас нужно. Мне нужна наполненность, так как углеводов немного, хотя сегодня углеводов, как вы поняли, уже будет побольше. В состав этих аминокислот тоже входят минералы, электролиты. Это также помогает держать наполненность. Я выпиваю на тренировке 3 литра воды и практически не бегаю в уборную. Хатблат задерживает все в мясе. Хатблат плюс работа, мышцы в себя натягивают, раздувает, наполняет. Сухожилия, связки скользят легче, тренироваться комфортнее, увереннее, безопаснее, что на данном этапе для меня очень важно. То есть помимо того, что он придает мне бодрости, энергии, он еще дает очень хорошую наполненность. Заливное мясо, пацаны, вы знаете. Погнали. Да, и на меня. Во. Вот так. Еще чуть ниже можно. Вот, вот, класс. Вот, протягивай. Во. Есть? Да. Во. И больше вперед, вперед. Не вверх, а вперед. Со спины уходит. Сейчас вес повесим, ничего. Да. Вот так. О, вот сейчас лучше, да. Молодец. У вас просто руки длиннее и повыше рост. И вы, ну, ниже оттягиваете. А я как раз, ну вот, я чувствую на них хорошо. А когда чуть вперед, и центр тяжести меняется, и такой вот дисбаланс. Сейчас будет нормально. Да. Сейчас у тебя нормальный баланс будет. С весом будет получше. И там доделываем. Все, суперсерия, да? Да. Угу. Херач. Собрался, давай, давай чуть-чуть. Крайняя тренировка тяжелая. Давай. Без рывков только. На мышцах. Еще. Чуть вперед. Вот, вот, класс. Вот, еще. Вот, вот так. Да. Так, почему я потею, когда ты делаешь? Да? Пацаны пишут, когда ролики наши смотрят, потеют. Я понял, да. Потеют пацаны, потею я, да? Ну, классно. Фух.
жестче, жестче, жестче. Вверху не раз. Здесь вес сейчас хороший, да? Угу. Да, прям повис на спине так хорошо. Тогда что, не хватало? За вес не переживаешь. Сильнее, 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 вот так. Во. Вот так. И ходи широко, не сутулься. Широко ходи. Чемпион, давай подход еще. Нормально все? Да. Я в тебя верю, братан. Сейчас, блядь, ты красавчик, я хочу сказать. Давай, давай. Теперь, блядь, оборот избавлять нельзя, а? Хуячим, брат. Делаем. Собрался, давай, чемпион. Поехали, сам. Давай, давай, брат. Давай, брат. Давай, давай. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is a heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing. Ooh. All good. Лучше, лучше. Давай. Еще один? А? Там все? Все, четыре. Отлично. Поехали. Два. Три. Четыре. Еще. Давай, давай. Пять. Еще. Шесть. Еще. Семь. Еще раз. Молодец. Два. Работает. Молодец. Хорошо. Молодец. Молодец. Три. Еще. Еще. Пять. Фу.
лютый кач. Работаем, Вов. Без рывка. До конца без рывка. Без рывка до конца. Что творится-то? Выше груди тащить. Повыше чуть. Там, да? Да. Сильнее. Растяни, сильнее. Растянись. Вот так. Так. Вот так. Один. Молодец. Два. Были сегодня, да? Начал сегодня или вчера тоже чуть? Нет, вчера по 50 грамм овсянки. Несмотря на это, все наполнение, да, идет такое? Хорошо. Все сработало. Кардио убрал. Даже в дни отдыха нет кардио. Все, чики-пуки. Один. Хорошо, два. Три. Четыре. Пять. Давай четыре еще. Шесть. Без раскачки. Семь. Восемь. Без раскачки. Напряги, напряги. Еще два. Еще. Огонь. Перед собой. Отлично. Все. Пошел, 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 пошел. Все. Давай, 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 давай. Три. Раз. Чуть дальше. Чуть дальше стоял.
больше ход плеч по кругу. Больше. Вот. 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 Вытаскивай, что начнешь. Вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Еще раз. Еще два. Еще раз. Протяжка больше вот. Грибком таким. Да, 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 да. Да, руки не управляй в локтях. Локти вперед чуть-чуть. Отлично. Шире, 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 ширину, ширину, ширину. Шире, вовнутрь, а вширь. Еще два. Еще раз. Я обратно к вам приду. Не расслабляй. Вот так. Вот еще. Растяни, растяни, растяни. Еще растяни. Еще. Вниз. Два. Еще раз. Вот так, блядь. Еще два подхода. Давай, работаем. Либо сейчас, либо уже никогда. Все. Либо здесь сейчас, либо никогда. Да. И держи, вот. Придерживай. 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 На широчайшем. О, еще шире ее. Вытаскивай ее. Два. Молодец. Бля, охрененно буду. Спасибо большое. Очень хорошо. Лучше, 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 лучше. Не, не все могут выдержать. Реально не все могут выдержать. И темп сегодня то, что делали. Спина. У нас сегодня завершающая тренировка. Ну, такая, к этой подготовке. Но это реально, особенно тогда, когда углеводов нету. Хочется поныть. Ну, не знаю, то ли у меня получается не позволить ему ныть, то ли он сам по себе не ныть. Я врываюсь в кадр и говорю, что углеводов нет, но если за спиной находится Александр Федоров, углеводы не нужны. Фух. Наверное. Что, друзья, у нас это была
началась крайняя тренировочная неделя, такая силового тренинга. На следующей неделе Володя будет уже в пути. Осталось 12 дней. Но если так посмотреть промежуточные итоги, да, я на самом деле очень доволен то, как мы это работали. Сам процесс, как все проходило, как Володя работает, как он отдается, это реально дорогого стоит. Вот, если меня слушают тренера, я желаю мужики, чтобы, да не только мужики, девчонки, чтобы у вас были такие спортсмены, которые действительно беспрекословно понимают ту суть, которую вы доносите до людей. Потому что с Володей реально легко работать. Это вот без лишней лести, вот опять, когда говорю от души, опять мурашки начинают идти, да? Вот. И с одной стороны, мне немножко уже как бы, с одной стороны, обидно, что тренировочный вот этот сезон у нас заканчивается, да, осталась всего вот эта неделя. Но я хочу сказать, что я получил колоссальное удовольствие работать с ним, это первое. Второе, я вижу результат, я вижу ту задачу, ту цель, которую я видел. Я где-то озвучил ему, где-то было, что примерно это будет около 104 килограмм. И сегодня мы видим вот эти 104, когда он в такой хорошей форме. То есть, понятно, подводки, я имею в виду вот этот тренировочный. Плюс-минус, как там придется подводиться, это уже дальше уже по обстановке. Но сегодня я реально получил тот результат, который как бы я вот рассчитывал получить. Мы сделали хорошую глубину, где-то поработали над недостатками. Вот. Ну и теперь я с нетерпением буду смотреть, как Володька будет смотреться на сцене. Вот. Но, блин, реально, мне очень понравилось. Очень понравился и процесс этот самый, и я ему благодарен, потому что он меня, то есть, такого серьезного подхода, такого тренировочного, когда мы там тренируемся каждый день по сплиту, когда мы два раза в день начали тренироваться, то есть я немножко втянулся в этот процесс, и сегодня понимаю, что мне это по кайфу, мне это нравится, мне нравится переживать за него эти эмоции, нравится его тренировать, более того, я и сам начал вроде как тренироваться, поэтому, блин, да все офигенно получится. Я хочу сказать, пацаны, что, опять же, пацаны, не только пацаны, но и девчонки, если вы действительно верите в свою цель, если вы одержимы, опять же, я подчеркиваю, хотеть мало, важно желать достичь той цели, которую вы поставили, и делать по этому поводу, обязательно все получится. Независимо от того, какое Володя займет место, потому что я четко знаю, что это не объективный вид спорта. Да, у нас нет, к сожалению, каких-то параметров, по которым мы можем смотреть. Это 100-метровка, там есть четкое время, мировой рекорд, все понятно. В бодибилдинге, в фигурном катании, в художественной гимнастике вид спорта не объективный. Поэтому сегодня мы четко должны быть уверены в том, что мы сегодня становимся лучше, чем вчера, а завтра становимся лучше, чем сегодня. Сегодня у нас это получается, поэтому опять же, благодаря вам, я хочу вас поблагодарить, ребят, что просматривая вот эти все видео, которые были сняты, я благодарю нашего оператора. Вот, без вашей поддержки было бы тяжело. Тяжело, наверное, мне, тяжело 100% было бы Володе, потому что все, что происходит, спортсмен, он реально заряжается от поддержки своих фанатов. Поэтому вам огромное спасибо.